Приветствую вас под Розой. Сегодня я расскажу вам о жезле огня, его устройстве и назначении. Жезл огня сделан из дерева. Он имеет три части, разделенные узлами. На одной из сторон находится набалдашник в форме купола, а внутри находится магнитный стержень. Рассмотрим подробнее. Три части жезла означают три мира. На каждом из них изображены магические имена и знаки, которые принято называть словом «сигиллюм», что означает «печать». Все цвета, имена и печати, которые вы можете увидеть на жезле, фиксируют в этом магическом предмете огненную стихию. При этом правильно сделанный жезл огня имеет магнитный стержень. Его северный полюс обращен к основанию жезла. Чтобы проверить это, используется компас. Красная стрелка моего компаса указывает на север, а значит на южный магнитный полюс Земли. Поэтому если поднести основание жезла к компасу, красная стрелка будет от него отталкиваться, а синий наоборот притягиваться. С другой стороны, в верхней части жезла находится южный полюс магнита. Поэтому к нему будет притягиваться красная стрелка, а отталкиваться синяя. Таким образом, жезл огня сделан правильно, если в нем верно расположен магнитный стержень и соблюдены все материалы и цвета. Этот артефакт играет колоссальную роль в магии. Однако жезл огня используется не только в магических ритуалах. Чтобы понять другие способы его применения, обратимся к Таро. Одной из самых узнаваемых карт в популярной культуре является Аркан Маг из Таро Райдера Уэйта Смит. На столе у мага находятся 4 элементальных орудия, среди которых есть и жезл огня. Более узнаваемым этот жезл изображается второй Золотой Зари, которое было издано в 1977 году, а также в аналогичной колоде 2001 года, которая называется «Магическое Таро Золотой Зари». На этих картах жезл рассматривается как неотъемлемый атрибут мага. Эта символика восходит еще к колодам эпохи Возрождения. Но второй существует даже целая масть жезлов. Второй Райдер Уэйта изображения жезлов вписаны в сюжеты карт, которые отражают различные сцены жизни. Второй Золотой Зари карты проще по содержанию, однако жезл огня более узнаваемы. Также в магическом Таро Золотой Зари самыми насыщенными символизмом картами являются король, королева, принц и принцесса. Это наглядно показывает, что жезл огня связан не только с магией как таковой, но и с практической деятельностью любого осознанного человека. Жезл огня — это материальное воплощение реализационной силы человека, поэтому он способен воспламенить тот таинственный огонь, который дает силу и энергию для воплощения любых поставленных задач. Каждому успешному человеку знакомо эти чувства внутреннего жара, и жезл является аккумулятором этого пламени. В этом заключается причина, по которой скипетр власти часто стремились передавать по наследству, а в древних культурах создание жезлов поручалось исключительно магам. Поэтому люди, знакомые с историей магии, хранят у себя дома жезл огня в качестве помощника в своем жизненном пути. На этом все. В следующий раз я расскажу про иные магические инструменты.